Мы находимся на объекте защиты от затопления территории Южного округа города Хабаровска. Данный объект состоит из трех этапов. Первый этап – это 267 метров до входа в затон. Мы это видим, ту часть. Там все работы практически завершены. Осталось несколько плит вот в той зоне положить. Третий этап – у нас сам вход в затон и конструкция понтона батапорта. Это единственная конструкция в стране, которая еще даже испытания не прошла. Здесь была ошибка в части подбора насосного оборудования. Сейчас уже подрядчик найден, наш Хабаровский судостроительный завод меняет насосы. Но получается, мы все заходим в паводковый период, не защитив наших людей. Да. Вам поручение. До конца лета этот объект нужно завершить, и до конца года его нужно принять в эксплуатацию, чтобы уже полноценно отрабатывать. Принято. Там будет набережная? Вот, да, набережная пойдет от Уссурийского бульвара вдоль, вот будет стыковаться с дамбой Южного. Дамба Южного округа и та существующая набережная будет объединяться. Совершенно же очевидно, что надо проектировать уже фонари, асфальтные дорожки. Нужно делать эту территорию комфортной для людей, для нашей молодежи в первую очередь. Они же здесь вечерами будут проводить, чтобы они не граффити на бетоне рисовали, не просто благоустройство. Вот подумайте с землями вокруг. Давайте ее как-нибудь назовем, там, спортивная, там, тем более Ерофей-арена, или еще что-нибудь там придумаем. Но не просто так назовем, поставим на ней спортивные объекты. Чтобы ребята наши там скейтом занимались, велосипедом, бегали здесь. И точно нужен именно комплексный объект, куда уже интегрировать объекты торговли и питания. Чтобы у нас наши коммерсанты, которые сюда будут заходить, были заинтересованы в том, чтобы содержать общественное пространство вокруг этих территорий. И для этого нужно, чтобы вы в этом году, этим летом вспотели, работая над тем, чтобы завершить этот объект. Принято.